Меня зовут Инна, и я решила записать этот видеоотзыв в качестве большой благодарности в пользу команды Дмитрия Кузнецова. Все началось с того, что начали доставать меня коллекторы. В один прекрасный момент мне стало очень тяжело. Также мои друзья попали примерно в подобную ситуацию. Но мне было тяжело больше не от того, что меня доставали эти коллекторы, а потому что я не могла разобраться и понять, а правда ли мне нужна помощь, а нужно ли мне обратиться вообще за помощью в какую-либо организацию, или все пустить уже на самотек, пусть идет как идет, и какая в принципе разница. Но я поняла, что попадусь я к мошенникам каким-то другим, или обманет меня кто-то, даже если это будет эта организация, думаю, была не была, лучше сделать и жалеть, чем жалеть, но не сделать. Ну и вот решила я послать все куда подальше и начать уже действовать. Вообще мое знакомство как началось с этой компанией, как я о ней узнала, я наткнулась в интернете на один видеоролик, который привел меня на YouTube-канал компании Aliam, в котором я, в принципе, увидела ролик, то есть это был разговор Дмитрия Кузнецова с какой-то коллекторшей, и, если честно говоря, она мне показалась слегка неадекватной и неприятной такой личностью, которая там хамит, так очень нагло, дерзко разговаривает. Разговор заключался в том, что коллекторша, можно сказать, наезжала на Дмитрия и говорила, что вот, вы юристы такие плохие, сякие, вы обманываете людей, вводите их за нос, а Дмитрий, он очень так достойно, с напором отстаивал свою точку зрения. Он говорил о том, что хорошо, если мы такие плохие, как вы вот говорите, обманываем людей и все остальное, то почему тогда по итогу люди... Она как бы так, знаете, замялась, что-то там еще говорила невнятное, связь просто пропадала, было плохо слышно. Ну и Дмитрий ей доказывал, что смотрите, люди же... К тому же вообще, почему вы так реагируете, то что... И человек юридически становится защищенным, что у него появляется какой-то юридический защитник. И тут до меня дошло, а ведь правда, если юристы обманывают, то зачем тогда коллекторы вообще так реагируют на все на это? Почему они так хватаются за людей и так с ненавистью относятся к юристам, которые отстаивают права вот таких вот обычных, незащищенных, не юридически подкованных граждан? И тут до меня поняла, что... тут-то до меня, в принципе, допёрло, что они просто... Компании всякие разные, в том числе компания Aliam, они очень хорошо справляются со своими обязанностями, и они, получается, отбирают хлеб у коллекторов. То есть человек, он же платит какой-то компании юридической, а не коллектору, там, я не знаю... Они просто лишаются своего хлеба, это, как говорится, волки ноги кормят. То есть, и компания Aliam, она в том числе помогает реально людям, и банкиры понимают, что чем большее количество людей обратится в том числе в компанию Aliam, либо в какую-то иную компанию, тем меньше они заработают, тем больше они потеряют, вот поэтому они и бесятся. Они пытаются как-то человека, вот эти вот разные коллекторы, они пытаются как-то человека напугать, запугать, рассказывают какие-то вообще странные истории, в том числе пугают судами, приставами и всем остальным. А Дмитрий, он наоборот, он все это рассказывает в таких красках, так очень красочно, и в голову-то тут приходит то, что лучше платить им и рискнуть, чем банку, решила я. Ну и вот уже 6 месяцев я, так сказать, нахожусь под защитой компании Aliam, в том числе под защитой Дмитрия Кузнецова, и у меня были в долги в нескольких банках уже, не будем углубляться в каких, думаю, что это не суть важно. И у меня, хочу вам сказать, вообще безлимитный тариф по обслуживанию в данной компании, то есть я плачу им по 11 тысяч ежемесячно, такой вот у меня пакет услуг. А в банках я раньше платила по 43-44, и сейчас для меня платить по 11 тысяч ежемесячно гораздо проще, чем по 43. То есть, когда я платила 43, мне было крайне сложно найти такую сумму денег, а я работаю на обычной работе, как бы у меня тоже есть какие-то потребности, хочется и покушать, и погулять, и одеться, и все остальное.
Также очень удобная услуга в компании Aliam – это переадресация. То есть они настроили мне переадресацию, и любой входящий звонок от каких-то коллекторов или взыскателей я сбрасываю, и он автоматически направляется в их компанию, и там уже специалисты непосредственно рассказывают. Также моя жизнь изменилась очень кардинально, в ней появились яркие краски, я стала больше денег тратить на себя, у меня появилось меньше головных болей, и сотрудничество заключается в том, что это 12 месяцев плюс пожизненная гарантия, то есть если по истечению этого срока заканчивается, ну, договор, а на вас все равно взыскатели выходят, то компания Aliam уже абсолютно бесплатно работает на вас, так сказать, и решает ваши вопросы. И это все в договоре прописано, что вообще очень хорошо, и компания от этого не отказывается от своих обязательств. То есть я поверила этой компании и не прогадала, могу позволить себе сейчас гораздо больше. Эти коллекторы, кто они вообще такие? Я вот не понимаю, почему они так много себе позволяют лишнего. Вот этого мне до сих пор непонятно. Я решила, что я буду рекомендовать компанию Aliam всем своим знакомым, у кого будет подобная сложная ситуация. И, ребята, вы большие молодцы, вы очень хорошо справляетесь со своими обязанностями. Большое вам спасибо. До свидания.